Полные аншлаги, патриотические песни в исполнении артистов севера и юга. В поддержку осинских ребят, принимающих участие в спецоперации на Донбассе, в киноконцертном зале «Чермен» прошел благотворительный концерт «За наших бойцов». Проникновенные песни о родине и ее героических защитниках трогали заживо и западали в душу благодарному зрителю. Каждый номер сполна воздействовал на публику и заканчивался бурными овациями. Пришел поддержать наших бойцов на Украине президент республики Алан Гаглоев. Он обратился со словами благодарности к участникам благотворительного концерта, отметив, как важна и жизненно необходима нашим солдатам на передовой любая помощь и народная любовь. Олчи дар эмбор обун, эна донбосай дар ирестону захал шупарда созроз ма, шуваз обун ташуди, ма обун дар шупарда созроз ма, дасам овгуста, нема ирестону лапутай саутта факодис. Ничи кодекутто шупарда созроз ма, овгуста каруну реснаку бонумотто, каймо бокавджин мигянан сисен ма хашин, фалатогунат дар на кой торта, не в смерта. Мигянен систуй, ройгурам бастасам кфэжуштоват. Мяна захма кадмолар ухтуй, хашты. Ваддар ясар камыз дортто хам хашынч. Мя шамайм бора. Донбосы захл уман хашынч. Шамай хашын на захл мобокал. Мя умыллавын канам юма. Мя удундар саройгурам бастая, эхвэс. Кодия дар кохотой, кодия дар хоса, баттар сану биран чундар. Нахошол дар, остр чудар, масын назад дама на журтта дар хоскана куду йохаму фасы роканат. Средства, вырученные из продажи билетов, направят военнослужащим, участвующим в спецоперации. Лена Газаева, Арсен Гасиев, информационный выпуск сегодня.